16 ноября в Казанском федеральном состоялась встреча ректора КФУ с президентом Алматы менеджмент университета. Несмотря на то, что этот прием далеко не первый, и глава казахстанского вуза уже отлично знаком с достижениями КФУ, лидеры двух университетов по-прежнему прилагают максимум усилий для решения общей задачи. Основная цель моего визита – это мы 2 года назад здесь были, то есть посмотрели, что есть много интересных вещей, по которым нам хотелось сотрудничать. Мы договорились. Но как-то серьезных сдвигов не произошло, потом тут нам приезжали. Сейчас у нас есть 2 наших студента находятся, да, на программе обмена, но для нас 2 это совсем мало, мы хотели бы 20, а еще лучше, ну хотя бы 50. С последнего визита представителей Алматы менеджмент университета прошло совсем немного времени. Однако жизнь КФУ ни дня не стояла на месте. Значит, мы неплохо начали работать в области нефтегазовых технологий. Перешли на формат стран арабского мира, в том числе работаем в Казахстане, и в Турции, в Омане сегодня, в Кувейте, в Китае. Значит, и причем работаем не только с университетами, а напрямую с компаниями. Особый интерес у президента казахстанского вуза вызвала работа первого студенческого телеканала «Универ ТВ». И это неудивительно, ведь далеко не каждый университет имеет собственный телеканал. Ректор КФУ рассказал гостю вуза, в чем уникальность студенческого СМИ. Сейчас эту задачу мы поставили, создав высшую школу журналистики в составе одного из наших подразделений. И там же будет раскручено собственное телевидение, мы делаем студии. Значит, ну это будет совершенно... такая уникальная структура в составе университета, поскольку по оснащению она будет мало чем отличаться от уровня оснащения республиканских систем, тоже телевидения и так далее. Мы готовим во все кабельные сети в интернете, значит, и в эфир. В завершении встречи лидеры двух вузов обменялись подарками на память о встрече, результаты которой наверняка не заставят себя долго ждать. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.